Я сейчас переверну этот механизм, и вы просто будете в шоке. Именно я настоял на покупке этой позиции. Олег говорил, что ключевки у нас не сильно продаются, просто мы их не сильно продаем, как-то мало с ними работаем. Он мне скинул фотку, я говорю, бери по-любому. Вот любой ценник просто бери, потому что это очень красиво. И все. Ну что тут можно сказать, если это очень красиво? Как это можно не купить? Вот такая красота. Это старинная ключевка. Еще не разбирался по мостам, кто ее произвел. Просто любуюсь, что это, как это вообще можно было сделать. Совершенно причудная форма мостов. Это не классика, это не стандарт. Они все, то есть тут есть стиль. Да, стиль вы можете видеть. Какой? Его даже не нужно резать. Вы посмотрите, градусник сделали в форме моста. То есть он тоже изогнут. Вот дополнительный мостик в виде сабли. Для того, чтобы вам завести эти часы, вам необходимо сюда вставить ключ. Для того, чтобы перевести стрелки, ключ необходимо вставить сюда. Ключ мы изготовим. В стеклах сделаем новые отверстия. Сделаем защитное кольцо для того, чтобы не попадала пыль. И можно их прям так и оставлять. Я бы их, честное слово, не резал, потому что это очень красиво. Смотрите, какая финишная отделка на мостах. Она явно имеет какое-то название. И это не Женевская волна, не змеиная чешуя, не классический перлаж. Это что-то другое. И что-то другое это смотрится точно очень красиво. Какие-то стрелочки, вороненные винты, камушки. Камушки имеют свои грани и выглядят очень красиво. Вилка совершенно нетипичная, ну хотя ладно, типичная для того времени, просто мы с такими не часто работаем, у нас уже больше идет другой немножко спуск, такой же форма вилки, другая, это как какой-то тоже как револьвер какой-то что ли, но блин, великолепно. Барабан, смотрите, на барабане сделали тоже финишную отделку, декорирование двумя типами. Даже винтик, который зажимает циферблат, он тоже вороненый. Просто бомба. Римские цифры, понижение в секундном круге, эмаль. Класс. Оригинальные стрелочки. Стрелочки тоже необычные. То есть это не яблоки Бреге. Просто вот замороченные часы. Вообще кайф. Просто кайф. Они свободны. Вы их можете взять под проект. Это самое интересное, что я... Хотел сказать по этому поводу. И что мы для них можем сделать? Во-первых, это будут чудные часы. Необычные. Потому что... Давайте, да, вот так, фокус. Потому что на этих часах не будет заводной головки. То есть все часы, которые вы можете видеть, 99%, они имеют заводную головку. Эти же часы вы будете заводить с помощью специального ключика, который мы также сделаем красиво. Какой-нибудь декор, может быть, в стиле этих же мостов. Какие-то вот такие характерные элементы, которые смотрятся достаточно прикольно, тем более в часах. Мы сделаем, можем корпус сделать из серебра, можно вообще сделать из бронзы его, или из золота, то есть вообще все, что угодно. Понятное дело, спереди поставим сапфир, полностью обслужим эти часы, и я думаю, можно сделать гравировку на боковых сторонах. Чуть ушел. На боковых сторонах можно сделать какую-нибудь красивую гравировку. Я просто периодически отвлекаюсь с механизма, точнее с камеры на механизм. И все, я уплываю, просто смотрю. Ну, подковы такие, просто бомбино. Бомбические часы. Так, все, кладу их. Оставляю в покое, потому что я могу их очень долго рассматривать. Сделано тоже все, смотрите, в минималистическом стиле. То есть утонченные римские цифры. Микроразметка, которую практически не видно в стиле железная дорога. Обычно она чуть-чуть толще идет. Это стильные часы. Это действительно стильные, красивые часы были. А будут еще лучше. Проект просто для ценителей и для эстетов. Единственный экземпляр, это начало, да не начало, это, я думаю, 1850-е года, приблизительно по дате выпуска. 1850-е года, просто космос.